состав войск и частей Щелковского местного гарнизона во знаменование Дня авиации построен. Начальник штаба 8-й авиационной дивизии полковник Сергунов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас со 105-й годовщиной Дня авиации! Ура! 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 Вольно! 12 августа 1912 года по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. И этот день принято считать началом создания военной авиации России. Официальным праздником ВВС он стал с 1997 года, но чкаловские летчики по традиции отмечают его в третье воскресенье августа вместе с гражданскими авиаторами. Я желаю вам всем на нашей земле счастья, здоровья, успехов, личному составу, который проходит сейчас службу. Желаю прежде всего успехов в нелегком труде по обслуживанию авиационной техники, в нелегком труде по обеспечению полетов, летному составу в полетах, и чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Для чкаловских летчиков этот год особенный. В феврале, перед Днем защитника Отечества, чкаловской авиабазе приказом министра обороны был возвращен утраченный 8 лет назад статус авиадивизии особого назначения. А в июне отмечалось 80-летие перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс, который взлетел с Щелковского, ныне Чкаловского, аэродрома. Без Чкаловского невозможно представить летную историю нашей Родины. На этой прославленной земле героев рождались рекорды мирового масштаба. Здесь жили легенды отечественной авиации, шагнувшие в вечность. Сегодня здесь живут люди, которыми гордится Россия. Несмотря на санкции Запада, мы еще раз доказали всему миру, что все единицы техники, и особенно авиационной, не имеют аналогов в мире. Мы самая сильная и самая мощная держава в мире. Сегодня праздник, который на Чкаловской, независимо от погоды, независимо ни от чего, празднуется всегда. И жители Щелковского района, они горды тем, что у нас живут и служат, и воспитываются настоящие авиаторы. Наша великая Россия, наша Родина, имеет два сильных крыла. И эти крылья, они защищают ее и поднимают вверх, и держат ее на самом высоком уровне. А после торжественного митинга и прохождения войск возле Дворца культуры имени Чкалова состоялся праздничный концерт, на котором звучали такие знакомые песни о тех, кто связал свою жизнь с авиацией. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Улетают ночи, выше и выше, спим мы полет нашим птиц. И в каждом поверье дышит спокойствие наших границ. Сергей Дадыко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».